Ну, друзья, всех приветствую, с вами снова Алекс. Ну что ж, продолжаем играть Dying Light, и нам нужно добраться до X13, до еще одной лаборатории, где, я думаю, может быть, на этот раз все раскроется. Так, и 216, окей, 216 метров, погнали, доберемся. Не так уж, в принципе, и далеко нам осталось идти. Ну и мы на финишной прямой, я думаю, буквально... Это и может быть еще одна миссия, где раскроются все самые секретные делишки Вальца. Ну а мы, может быть, опять же, может быть, да, узнаем, что же все-таки на самом деле случилось с нашей сестрой. Но, скорее всего, как я говорил уже раньше, если это действительно та информация, что она просто умерла, и наш основной герой никак не отреагировал на это, то... Это очень сомнительно, как минимум. Так, ну, может быть, и тут где-то проход. О, началось. Да, накрывает его не по-детски, конечно. Все будет хорошо. Ты вылечишь ее? Я делаю, что могу. Но она слаба. Гораздо слабее других детей. Ты можешь спасти ее, Эйден. Можешь ее спасти. Это было. Хакон! Хакон, слышишь меня? Хакон! О, нет! Нет, нет, нет! Пожалуйста, отзовись! Это я сделал! Мне жаль, мой друг! Чего? Похоже, они пошли сюда. База вызывает Эйдена. Хакон? О, какого хрена ты молчал? Эй, надо же, как ты по мне соскучился. Моя четвертая жена так не паниковала. Думал, у тебя их три. Иногда сбиваюсь со счета. Может, поэтому и один. А вообще, я заблудился в этих тоннелях. Попробую найти тебя. Да, с ракеты вот улетела. Ты пошел. Я найду тебя. Найду и убью. Ого. А, черт подери, почему у нас не гарпун был? Ладно. Значит, вот куда ты пошел. Я найду тебя. Найду и убью. Так, это нам еще добраться надо. Плохо. Они, по-моему, очень, ну, как бы, нормально реагируют. Я так понимаю, как только у нас наступает темнота, мы сразу же перестаем себя ощущать человеком. Ну, выглядит, кстати, неплохо. Если бы не вот эти вот приступы, и можно было бы действительно так, ну, скажем так, совершенствоваться, было бы гораздо круто. Круче. Так, вообще, куда мы можем забраться? Мед.
Мы вот очень давно уже не собирали. Да, в принципе, это как-то нам не особо пригодилось. Как видим, набрали кучу армейских аптечек. Необычными уже не пользуемся. Да и, в принципе, я крафтом пользовался-то, мне кажется, пару раз всего за всю игру. А вон X13. Прикольно. Кажется, я их нашел. Я почти догнал их, Луан. Почти, да не почти. Кстати, тут почему-то квест гораздо меньше, чем в городе было. Почему вниз ступали? Что тебе здесь нужно, маньяк? X-13, наконец-то. О, ты угадаешь план. Все попадаешь в неприятности, я смотрю. Ну да. Луан, что с тобой случилось? Наткнулась на кусак по дороге. Ничего страшного. Мне все это не нравится, и тебе опасно находиться рядом со мной. Ты не понимаешь. Эти ублюдки уничтожили все и всех, кто был мне дорог. Всех, кто погиб под ударом. Фрэнк мертв. Блин, Фрэнк, кстати, мне кажется, мы могли спасти. Тебя. Если бы остались там. Все так говорят. Эй, посмотри мне в глаза. Посмотри на меня. Обещаю, я вернусь. Вернешься, потому что я с тобой. Луан. Фрэнк постоянно твердил, что я гожусь в ночные бегуны. Вот и проверим. Дамы, вперед. Становится хуже, да? Ты бледный. Я в порядке. Мы найдем его, пока это не зашло далеко. Мы сделаем это. Ты понял? Да. Давай покончим с этим. Как-то он медленно бежал. Луан, слышишь? Луан! Эйден, я убрала охрану, но не знаю, как открыть дверь. Ну да, давайте снова карабкайтесь тут, как хотите. О, отлично. Оу, мина. Прикольно.
Да парни тут висел, ух, прям не смотрю. Даже время на них тратить не буду. Ты в порядке? Конечно. А они не очень. Покажи. Забудь. У нас есть проблемы посерьезнее. Смотри. Охренеть. Что это? Они запасали еду, топливо, воду. Ты только посмотри на это. У них здесь целый склад. Ого. Боже мой. ВГМ построила комплекс, чтобы хоть кто-то смог выжить. Похоже на ковчег. Ковчег? Ковчег Ноя. Из Библии. Только там пытались спасти пары животных. А здесь? Разве что этих козлоебов из ВГ. Это явно не для обычных людей. Нет, чертовы эгоисты. Но, видимо, никто сюда не добрался. Вирус их опередил. Справедливость восторжествовала. Вальц наверняка направлялся сюда. Он знал, что здесь есть все, что нужно для выживания. Мы должны найти его. Видишь? Погоди, я пойду вперед. Прячься! Ясно. Это о чем мне прятаться-то? Я с ним сейчас быстренько разберусь. Ой, ну или нет. Это как, вот как мне так прилетело? Еще и охотники откуда-то взялись. Мне нравится с ним справляется. Вполне неплохо. О, нифига у него прыжочек. Я видела план здания, Эйден. Диспетчерская в той стороне. Похоже, Вальцу что-то там нужно. Иди за ним, Эйден. Я попробую найти бинты. Я тебя не брошу. Хватит изображать из себя мамочку. Иди! Он! Нет! Черт возьми! Я опоздал. Я убью их. Я порву этих сук на части. Что они с тобой сделали, солнышко? Я в порядке. Похмелье от рябиновой настойки Фрэнка куда хуже.
Думаю, он не прятал от меня бутылку, чтобы проучить. Я помню это. Эйден, найди Вальца и забери у него этот чертов ключ, или мы все умрем. Я пойду с ним. Нет, вытащи ее отсюда. Догонишь меня позже. Да, босс. Блин, а можно мне опять вот так же, как до этого? Не хочу тут ползать. О, вообще там прикольно. Факел. Такого раньше не было у нас. Так, можно вместо монеточек, наверное, поставить это. И тут вместо вот этой дубины поставить у армачета. Мне кажется, это прикольная тема. Бедик там собралось. Жестко. Так, нам нужно добраться до диспетчерской. Короче, аптечек наберем. Вообще, в принципе, аптечек полно у меня. Мне кажется, хватит еще раз игру пройти с таким количеством аптечек. Я вот тоже собираю всю игру, по-моему, ни разу не использовал. Эйден, мы убегаем или как? Что, прям сейчас? Нет, когда состаримся. Сейчас, Эйди. Нам нужны припасы. Наши кровати. Были в X13. Почему я не помню, как снимали это фото? Кто это написал? И положил. Серьезно, это одна из фоток Мии, и он... А, нет, забрал, да? Ладно. Так, может быть, тут какие-то вот, вот я вижу, там есть какие-то дополнительные записка. Чего мальчика матери? Карта Вейн.
Давайте посмотрим. Но тут хотя бы интересные могут быть вещи, действительно. Так, вещи. Где это? Я забыл уже смотреть. Маме. Отдайте маме. Только маму можно читать. Вкусно, только дома лучше. У меня много друзей. Я скучаю с доктором, говорит, он хочет, чтобы ты пришла и была со мной. Я тоже хочу, чтобы Франко. Это Франко. Кто это вообще? А вот еще тоже записка. Габриэль. Нет, мне бы записку какую-нибудь про Мию бы найти. Эти всякие Габриэля не особо интересуют, честно говоря. Венди опять записка. Чарльз. Оскар. Офигеть, это просто... Это все медкарты. Подожди. Так, коллекция. Габриэль, при поступлении заболевания не обнаружено. Получена доза 2. Рвота, диарея, шанс выживания после следующей дозы 55%. Прекратить тестирование. Слабость, легкая лихорадка. Рекомендация, благоприятный прогноз. Ввести следующую дозу. Это первый, да, Вейн? А у нас есть еще Вейн. А, нет, это Венди. Оскар, Вейн, Габриэль, Венди. Легкая слабость мышц. Был вместе с сестрой. Петрой. Чарльз. Фига себе, 5 доз получил. Я недавно выздоровел после простуды. Диагноз введения первых 4 доз. Сила пациента повышалась, пока 5 доз температура поднялась до 40... Чего там? 40 градуса осталось такой неделю. Применялись капельницы, жизненные показатели падают. Прогноз неблагоприятный. Интервал перед 5 дозой был слишком короткий. Просто... Жесть. Там издевались. 5 доз Чарльз получил. 5 доз. Просто жесть. Что они тут творили с ними? Я тебя не брошу. Клянись. Это не нужно. Ничто не способно нас разлучить. Ничто. Эйден, пойдем. Пора. Не бойся. Какого? О, черт. Хорошо, боль пройдет. Больно! Я знаю, знаю, мальчик. Я здесь, с тобой. Надо бежать. Где Мия? Я найду ее. Клянусь. Беги! Что со мной такое? Эйден! Эйден, ты не видел Луан? Что? Ты должен был увести ее! Черт! Хакон, где она? Она меня провела. Наверное, пошла искать, откуда запускают ракеты. Хакон! Я найду ее, малыш. Не волнуйся. Я найду ее.
Луан, слышишь меня? Черт! Петра из стихотворения для доктора Вальца. Такое мне очень интересно. Да, нам не пройти, потому что там вот тоже какие-то, по-моему, были коллекционные предметы. Я их сейчас почему-то на радаре не вижу совсем. Так. Лекция. Посмотрим, что я там еще набрал. Чарльза. Вот Петр, да? Был вместе с сестрой Венди. Вертить пост, стабилизировать и наблюдать. Ну слушай, то что, я так понимаю, да, были летальные, но я бы не сказал, что они пытались доводить до этого, судя по вот этим вот запискам. Но все это было рискованно, естественно. Лечить, потому что если какие-то негативные последствия были, они останавливали. Ну, судя по тому, что написано, так, конечно, фиг его знает. Уходи отсюда! Вальц, где же ты? На этот раз тебе не уйти, слышишь? Да блин, кто меня закидывает? Это вот? Ой-ой, у меня закончились выносливость. Глаз, плеч молодому человеку этому. Он мне приклеенные щитки еще подобрал. В принципе, тут вообще не так разбросано, что, мне кажется, можно было с ними и не драться. Наверное, она бы сразу была доступна. Кнопка эта. Серьезно, там Мия?
Господи, это реально Мия у него была? Твою дивизию. А ты еще откуда взялся? Ау! Не буду на него время тратить. Должна была уйти! Уходи отсюда, слышишь? Луан! Черт! Хватит играть в кошки-мышки, Эйден. Уходи. Не хочу тебя убивать. Это Мия? Ты принес ее сюда? Да. Теперь уходи, пока можешь. Повторять не буду. Что все это значит? Зачем тебе нужна Мия? Она жива? В некотором роде. Но почему? Зачем ты ее так мучил? Ты правда ничего не помнишь, да? Отдай мне ключ и останови обстрелы. Уже слишком поздно. Слишком поздно? У города был шанс, Эйден. Давным-давно. До того, как мой труд погубили. Многие погибли, но многих можно спасти. Что? О чем ты говоришь? Почему ты гонишься за мной, Эйден? Что тебе нужно? Я обещал Мии. Обещал что? Зачем ты притворяешься, что не знаешь правду? Ну же, Эйден, постарайся вспомнить. Ты ее вылечишь. Я делаю, что могу. Но она слаба. Гораздо слабее других детей. Поэтому она и заразилась. Но ты можешь спасти ее, Эйден. Только, видишь ли, мои исследования хотят прикрыть. Люди не понимают, что мы вот-вот найдем лекарство. Любой ценой нужно... Любой ценой нужно держаться вместе. Нет. Ты обещал не ей, ты обещал мне. Нет, 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 нет. Ты нас мучил, делал мне больно, и Мии тоже. Нет, Эйден, я бы не причинил боль своему ребенку. Мия моя дочь. И ты это знаешь. Чё? Я искал лекарства. Для нее, для всех. Вместе с тобой. Да. Теперь уходи, пока можешь. Для этого и нужен ключ. Вальц! Вальц, постой! Ракеты готовы к пуску. Следуйте к ближайшему убежищу. Вальц! Это надо остановить! Еще шаг, и я убью тебя! Дай мне ключ! Не могу. Он нужен мне.
Если заберешь, оно умрет. Ракеты сравняют город с землей! Другого пути нет. Процесс обязан завершиться. Я не могу это допустить. Значит, ты умрешь! О, фига ему долго по нему накидывать придется. Но у нас уже слабенький очень лук, поэтому. О, не попал. Блин, выносливость кончился. Что за фантастический удар у него тут? Да черт подери. Ты чё там, супергерой что ли? Бред какой-то. На, он горит тогда. Мочиться попробовать. Не, в принципе-то он не сложный. Но падать не очень приятно, конечно. Не его дочь, это что такое вообще? Ой, блин, еще одна фаза. Так, а что делаем? А что делаем-то? А что делаем? Что-то я не понял. Черт.
что делаем? Ты чертов психопат. Не успел закилиться. Ладно. Давай, иди сюда, говнюк. Плохо. А, выносливость кончилась. Последний шанс. Ты всегда был таким, Айден. Честным. Добрым. Поэтому она тебя так любила. Ракеты готовы к пуску. Следуйте к ближайшему убежищу. X-13 — ее последний шанс. Что бы она сказала, если бы узнала, что все умерли из-за нее? Ты прав, Айден. Ты прав. Она была бы против. Потому она об этом не узнает. Вальц. Никогда. Да твою мать, еще одна фаза. Ну, в сторону надо было. Yeah.
Ключ. Ты всегда был особенным, сын. Что за бред? Всех, наш отец. Это вот как это? Ключ. Я не хочу тебя убивать. Вы смотрите на заражённых. Как это можно было болезнь? Все забыть? Сражаетесь с ними за лучик угасающего света. Но вы не понимаете, что вас с ними разделяет всего лишь несколько мгновений тьмы. Ключ у Мии. В устройстве, что наконец ее вылечит, Эйден. Но я к нему не пущу. Дай мне ключ, или ты всех убьешь, понимаешь? Хватит! Эйден! Нет! Мия! Вернись! Живо! Мия? Это ты? Эйден! Что с тобой? Мия, ключ! Без него город не спасти! Мия, тебе нужен аппарат ИВЛ! Прошу тебя! Все бессмысленно! Мия, быстрее! Нужен кислород, срочно! Слышишь? Иначе тебя не вылечить! Ты много лет меня пытался вылечить! Я не хочу этого больше! Спаси этих людей, Эйден! Нет! О, Боже! Нет! Мия, прошу, дыши! Милая, прошу, дыши! Помоги! Скорее, генератор!
Она умерла? Мисс, Борис, вот так. Борис, милая. Эйден? Ракеты скоро взлетят. Ты должна была уйти, Луан. Сейчас не время изображать из себя мамулю. Нашел Вальца? Да, Луан, я нашел Мию. А ключ? Его нет. Что? Ключ уничтожен, Луан. Тогда сделай его снова, эти ракеты снесут весь город. Я не могу остановить пуск. А электричество? Что, если мы снова отключим свет? Тогда надо на электростанцию. Она далеко. Нет! О, нет, 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 нет. Что это же можно сделать? Запущена процедура обратного отсчета. Ракеты. Мы можем их взорвать до запуска с помощью взрывчатки со склада. Нет! Хорошо. Хорошо, это может сработать. Я за... Стой, Луан! Да я... Останови ее, Эйден! Иначе она все уничтожит. Запущена процедура. Эйден, взрывчатка у меня. Но ее нужно взрывать вручную. Я могу это сделать, но тебе нужно уходить. Если она уничтожит X-13, ты потеряешь всех. Всех, кого любишь. Я готова подорвать ее. Беги! Неужели этот город стоит того, чтобы все потерять? Дать Луан умереть или остановить Луан? Там Хакон ее обещал спасти. По сути, ну это надо, иначе весь город умрет. Весь город уничтожит. Короче, ладно, давайте вот так вот. Луан, я не встречал никого сильнее тебя. Какая-то, блин, надо было, наверное, по-другому. Ты спасешь ее, Эйден, ты найдешь способ, я уверена. Да она не может без кислорода. Я подвел тебя. Мне жаль. Мне очень жаль. Ты сделал это. Твою мать, ты что тут делаешь, дурачок? Быстрее, Эйден. Счетчик тикает. Тебе нужен быть Луан. Бери сестру и пошли. Я вытащу Луан отсюда. Как он? Просто уходи, малыш. Проследуйте к ближайшему аварийному выходу. Она же не может без АВЛ. Ты цела? Эйден. Уходим отсюда, Луан. Как он с тобой? Он собирался вытащить тебя. Блин, представляешь, сколько еды там, медикаментов в этом хранилище? Держись крепко!
Только она же не может без ЗВЛ. Ничего не понимаю. Это мы, я так понимаю, да? Хотя нет, не похоже. Телосложение другое. Гарантирует равенство и свободу слова. Ага. А если вдруг произнесешь вслух имя Джека Мэтта, можешь получить пулю в голову. Да уж, спасибо. Чего плеснуть? Пиво, если оно не выдохлось. Это козел. Посылка от Бейнса. А, нет, это другой, это Спайк. А ты не знаешь, да? Фрэнк мертв. Но ради ночных бегунов я передам посылку Луан. Она там командует. Луан? Сюда никто из наших не приходил на... Ты о пилигримах? А что? Один Луан... Фрэнк мертв. Здесь был пилигрим, но он ушел. Куда он пошел? Куда повела его дорога? Как и всех. Подожди, Спайк был, по-моему, в самом начале с нами. В самом начале игры, по-моему, он был. Насколько знаю, да. Свою сестру. Слышал, она была так слаба, что прожила всего пару часов. Понятно. Он остался с ней, похоронил ее под старым дубом. Затем он пошел к горизонту и скрылся за ним. Бедняга. Если бы не он, от этого города не осталось бы ни единого кирпича. И чего он не остался? По слухам, он начал меняться. Принимал препарат, который его разрушал. Таким, как он, лучше быть одним. Думаешь, мы найдем работу по дороге? Луан, тебе стоило остаться в городе. Кто это сказал? Я решила, что хочу остаться с тобой, а не с Уильямсом. Это уж точно. Ну? Пойдем уже? Понятно. Короче, Луан все-таки выжила. Город не разрушил. Био... Как встретили, так и потеряли. Да. Ну что ж, такой конец тоже имеет место быть. Интересно, есть ли вообще схема, в которой Мия выживает? Надо бы посмотреть.
Ну что, друзья, на этом все. Вот такая вот игра. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу сюжета. Ну, а я скажу в ответ вам, что думаю об этом я. На этом все. Всем спасибо, до новых встреч. Пока-пока.